нашел только что способ заработка на Ютубе, вообще не показывая своего лица. И смотрите, вот этот канал называется «Финансовая независимость». На нем 420 тысяч подписчиков. И просто посмотрите на эти обложки для видео. Они выглядят так, как будто они сделаны 10 лет назад. Максимально колхозно. Я не знаю, я бы на такой не кликнул. Но посмотри, сколько у человека просмотров на этих видео. 32 тысячи, почти 100 тысяч просмотров, 500 тысяч просмотров, 20 тысяч просмотров. То есть у него любое видео как минимум набирает 10 тысяч просмотров. И если мы зайдем на какое-либо из этих видео, то посмотри, тут взяты какие-то фотографии стоковые и какие-нибудь маленькие анимации. И это все, что он делает. И чувак при этом рассказывает о своих инвестиционных планах, да, во что он собирается инвестировать, он объясняет движение рынка и так далее. То есть, по сути, делится своим опытом. И посмотри просто, это видео выглядит абсолютно отвратительно. Ну да, на нем почти 500 тысяч просмотров, оно снято всего лишь 12 дней назад. Это просто гениально. И посмотри, он продает свое обучение. Если мы перейдем вот на этот сайт, опа, школа финансовой независимости. И стоимость его составляет за базовый курс 12 тысяч рублей, есть за 23, есть за 30 тысяч. Давай предположим, что средний чек за этот курс составляет 15 тысяч рублей. Тогда получается, с этого видео, даже если у него купит, я не знаю, меньше, чем один из тысячи людей, то есть меньше, чем 0,001% купит его данный курс, то, бро, он уже заработает. Получается, мы умножаем 46 на 15 тысяч, да, давай посчитаем. 46, может, не 15, это просто гениальная схема заработка, честно говоря, на 15. 690 тысяч рублей с одного видео, бро, с одного видео на Ютубе, которое он снял 10 июля, 12 дней назад. Ты можешь себе представить работу, на которой бы ты за это же время, потратив 20 минут, заработал бы такие деньги? И понятно, что он развивал свой канал, и у него больше, чем 1000 видео, но, бро, ты можешь сделать то же самое, и ты можешь сделать лучше, потому что, ну, на эти видео их невозможно смотреть, они сделаны абсолютно отвратительно. И смотри, тебе даже не нужно, по сути, показывать свое лицо. То есть просто рассказывай и ставь какие-нибудь стоковые фото-видео на экран. Найми человека, который тебе за 5000 в месяц будет делать, клепать вот эти вот видео. То есть под твое аудио будет делать картинку. И все, бро. Ты тратишь 5000, зарабатываешь, но в первый месяц ты можешь легко выйти на сотку. Опять же, рассказывай. Если ты боишься, там, не знаю, думаешь, что твой материал какой-то не такой, смотри, заходишь, вот, гуглишь, допустим, какие акции покупать сейчас. Давай прям с тобой сделаем, какие акции покупать сейчас. Мы это загуглили. Опа, банки.ру. Заходим на первый сайт и читаем, и погнали. Да, ну здесь особо нет текста, конечно. Давай вот зайдем сюда. Оп. Оп, содержание, и поехали. Все, бро, заходишь на эти сайты и просто читаешь, берешь отсюда графики, берешь всю инфу отсюда и копируешь, и записываешь это голосом, и выкладываешь на YouTube. Это все, что тебе нужно делать, бро. Поверь мне, это легче, чем ты думаешь. Просто начни, сделай мне одолжение, и ты никогда в твоей жизни не будет прежней. Ты сможешь зарабатывать в легкую, лям, и даже больше в месяц вот таких простеньких дурацких видео. Так что, бро, я тебе желаю большого заработка, пробуй. Если есть вопросы, пиши мне в комментариях. Желаю тебе успехов.